Вот любите играть военных за счет вот, формы, да. Характер. Мне очень нравятся характеры, понимаете. Играть, почему я отказываюсь? Потому что я читаю и вижу лабуду, понимаете. Ну, какая-то, нету характера. Особенно вот это вот, почему так все любят скулить? Господи, это невозможно. Смотришь телевизор, невозможно смотреть. Почему? Потому что она такая деревенская, коса вставная. Вот такие вот. 5 утра, дойка какая-то, да, эти шелковые белье, когда они все просыпаются. Я с ними ругаюсь, сценаристка. Она, видимо, когда не понимает, что уже делать, она и у Брагина безудержный секс. Я говорю, слышь, ты уймись, а? Если я так бы, как ты, прописываешь мне секс, занимался бы, я думаю, когда бы я работал, понимаешь? И все время безудержный секс. А мы с Куликовой играем, значит, уже муж, жена, все. Я говорю, Маня, вот ты мне скажи, человека каждый день видишь, вот утром просыпаешься, что-то хочется уже, да? Она говорит, да ерунда, конечно. И я говорю, слушай, не бывает, люди, когда живут вместе, у них другой секс уже. У меня одна подружка в Таллине, Зоя Гор, она занимается театральным продюсированием, я часто с ней гастроли к ней езжу, и она говорит про своего мужа, говорит, ой, у меня с мужем безопасный секс. Я говорю, как это? Ну как? Он целый день говорит, я тебе сегодня вечером устрою. И потом засыпает. Он говорит, у меня с мужем безопасный секс. Вот поэтому.